игровые площадки, спортивные, теннисный стол, футбольное поле. Все это появится здесь уже в ближайшее время. Благоустройство своего двора на проспекте Металлургов жители ждали много лет. Совсем недавно на этом месте были сухие деревья и старые карусели. Благодаря усилиям инициативных жителей территорию привели в порядок по программе «Двор, в котором мы живем». В нашем дворе играют дети со всего квартала, со всей округи. Это вот как минимум близлежащие 5 дворов. Позади нас находится школа номер 150. И, конечно, дети, проходя мимо, постоянно играют здесь. И если этот двор будет отремонтирован, реконструирован согласно проекту, то это будет заметно не только всем жителям Кировского района, но и многим жителям, которые приезжают к нам из других районов города погостить. Самый сложный этап работы, по словам подрядчиков, позади. Пешеходные дорожки подготовлены к укладке асфальтобетона. Кроме того, приступили к установке игрового и спортивного оборудования. Гарантия на работы дается 5 лет. Кроме того, в этом году был усилен контроль за качеством выполненных работ и сроками их окончания. В этом году приняты шаги, неотъемлемая часть муниципального контракта, график производства работ, где расписаны все 71 дворовая территория. И если подрядчик хотя бы по одной территории не выдерживает сроки, незамедлительно готовится претензия, и это штрафные санкции, достаточно существенные для подрядной организации. Городская программа «Двор, в котором мы живем» в Самаре действует с 2011 года. За это время благоустроены 225 дворовых территорий. На очереди еще 54, их отремонтируют до конца 2015-го. А уже со следующего года в связи с реформой местного самоуправления в Самаре реализация программы переходит на новый уровень. За благоустройством дворовых территорий будут следить власти на местах. Средства будут также выделяться из бюджетов районов. Павел Баймаков, Сергей Баскин. События.